Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет. Господин хороший. Амораль. Сексуальная ориентация не изменяется при помощи внушения. Что касается депутата Милонова, это нормальный человек, но я не понимаю, как он может быть народным избранником. Я не готов критиковать, в отличие от моего оппонента, который просто в камеру, отвернувшись от меня, он сумасшедший, он сумасшедший. Милонов как-то раз увидел Стива Фрая и говорит: фигня какая. Понюхал, полизал, пощупать норовит. Ты, говорит, наверное, садомит. Что ты здесь делаешь, гуляя так открыто? Зачем являешься, нахал? Вообще он каждого держал за садомита, но как-то в этот раз действительно попал. По коже бархатной, по деликатной роже я чувствую, что ты растлитель молодежи. Ты прибыл растлевать студентов и сирот. В опасности их род. И если б только род, у нас тут Петербург, культурная столица. Мы не потерпим тут двусмысленных манер. Я буду за тебя молиться. Бог чутко слушает запросы из ЕР. Ты станешь преданным, примерным, деловитым. Утратишь нежные черты, уже не будешь содомитом, а депутатом. Станешь ты. Как вы их терпите, ребята? Воскликнул Стивен Фрай, увидев депутата. Озлоблен, неумен, зажат сверх всяких мер. Вы, судя по всему, от фракции ЕР. Резвитесь вы в стране, как будто это койка. В опасности мозги. Но, кажется, не только. Как деградировала Русь. Все стало серым, неумытым. Однако я за вас, пожалуй, помолюсь. К меньшинствам чуток Бог, особо к содомитам. Должно быть, помнится стыдом, как уничтожил наш Содом. Господь им отвечал. Ты на мозги не копай, и лучше ни о чем. Вот я думаю о будущем радея. На папу Римского нужна ему неделя. Она закончится, и чепчики взлетят, и гром прокатится раскатом. И Фрай, британский гей, проснется депутатом. И страшно думать, кем проснется депутат. Мораль у нас проста. И мы сказать решимся, коль нас не сразу запретят, что оба бедные меньшинства, и садомит, и депутат. Но если выбирать, о Господи, позволишь, то депутатом быть еще не та беда, поскольку депутат, он на 5 лет всего лишь, а если садомит, то это навсегда.